недельная глава Ваера. И показался. И говорит Творец, обращаясь к Муше: «Я Бог Авая, четырехбуквенное имя Творца. Я открывался Аврааму, Ицхаку, Якову, как Кель-Шакай, как всемогущий, но под своим настоящим именем Авая ими поздно». И вот Творец посылает Муше, чтобы он опять пришел к фараону и сказал: «Отпусти мой народ, чтобы они послужили мне в пустыне. Шлака тами ва явдуни. А если ты не отпустишь мой народ, то случится в Египте, что обрушится на Египет 10 казней, 10 ударов». И написано в Пасхальной Агаде: каждый еврей должен видеть себя, как будто это он вышел из Египта. И 10 казней перечисляется в Пасхальной Агаде, цитируя нашу главу. В нашей главе перечисляется 7 казней, а в главе Бо еще 3. Кровь, лягушки, вши, дикие звери, моровая язва, нарывы, град, саранча, тьма и, наконец-то, поражение первенца. Но, говорит Раби Иуда, что все казни делятся на 3. Первое – дам, сварде, киним, кровь, лягушки, вши. Следующие 3 – аров, девер, шхин, дикие звери, моровая язва и нарывы. И, наконец-то, 4-е – барат, арбе, хоших, макат, бехуров, град, саранча, тьма и поражение первенца. Но зачем он делит это на 3 группы? И объясняет это Рамбан в комментарии после главы Бу, что уже во времена Эноша, внука Адама, человечество начало ошибаться и служить идолам. Как это возможно? Творец открывается Адаму, Каину, Авелю, Ноху, Аврааму. Как же это возможно? Потому что были те, которые ошибались и говорили: вообще нету Творца. Это то, что потом скажут греки: мир первичен. Другие говорили: нет, есть, но он не знает то, что происходит на земле. А третьи говорили: да, он есть, он знает, но он не вмешивается. И вот то, что открывается. Не просто так это казни, которые обрушились на египтян. Это было 10 курсов лечения в 3 этапа, чтобы достать евреев из внутренностей Египта, чтобы они вернулись к вере своих працев. Первые 3 удара говорят: чтобы ты знал, что я Творец. Вторые 3 удара: чтобы ты знал, что я Творец на земле, который вмешивается, который разделяет между египтянами и евреями. Идет дикий зверь, на египтянина он нападает, еврея он не трогает. И то же самое с другими казнями. И, наконец-то, последние 4 казни учат нас, что это я, Бог, подобного которого нету на всей земле. Кто может соединить град, застывший лед с огнем? Только он. Кто может выделить ту каплю, из которой рождается первенец, от той капли, когда это родится не первенец? Только тот, кто сотворил мир и установил законы мира, он может их отменить. Только тот, кто вмешивается и открывается своим пророком заранее про чудо, про изменение законов природы, он установил эти законы. И, наконец-то, нет никого подобного мне. Это тот, кто отменяет полностью
раскрывает полностью занавес. Он открывает свое имя Авая своему народу, который рождается при выходе из Египта. Этот народ, который будет нести его имя, имя Авая, Господин всего, тот, кто был, есть и будет. Это Творец говорит: мой сын, первенец Израиль. Это мы, начало его посевов. Это мы должны передать эту веру нашим сыновьям и внукам, потому что это мы стояли у горы Синай и слышали его голос. Я, Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Шаббат шалом.